Итак, продолжаем проходить Diablo 3. Это уже конец третьего акта, судя по всему. Мы уже куда-то там прям вниз чего там, кратера лезем к Космодану. Сейчас, видимо, будем его разматывать. Наконец-то можешь отдохнуть. Я не устал. Любовь моя, я знаю, что у тебя снова разболелось колено. И не спорь, на этот раз ему придется спасать мир без твоей помощи. Сюда добрался караван. Мой народ обречен на гибель среди холодных ветров. Но я выживу, если ты что-нибудь купишь. Зачем? А, тебе нужно золото. Зачем мне покупать, если я могу тебе продать. Это ведь логично. Так, я только не помню, мы остановились. Вот есть, блин, телепорт, а есть портал. Если мы закончили рядом с телепортом, то лучше переместиться по телепорту. Если рядом с порталом, то... Если не было телепорта, то значит лучше по порталу пойти. Я вот не помню, блин, как там было. По-моему, там был телепорт. Да. Потому что портал иногда вот в прошлом видео, кто видел, он выбрасывает вообще непонятно куда. На! Пулемет у тебя. Гадина такая. Фу. Так, а этот Тирайли с нами почему-то не пошел почему-то. Значит, то шел, а потом придумал. Гнев. Слишком мало ненависти. Вот так. О, погоди. Эти лазеры — это самая больнючая штука. Сколько тут этих выпало, блин, только все куда-то вообще в стороне от меня. Шо тут? О! Не хватает ненависти. Я
Он умер? Он отсюда пришли. Не, по-моему, когда он умирает, гораздо больше мы получаем. Где Азмодан? Чист клана крови. Вообще не сюда хотел, хотел туда. Чего мне с вами драться? Наверняка мне сюда надо. Ты думаешь, что что-то знаешь о боли, Нефалем? Что ты познал страдание? Скоро ты встретишься с моей наложницей. И поймешь, насколько ты ошибался. Для этого нужно больше ненависти. Стоп. Он сюда ведь? Надеюсь, тебе не слишком тяжело. И надо ей было родиться такой отвратительной. Стоп, погоди, а мы тут уже были. Но метка показывает сюда. Да.
Я не стану этого делать. Такое отродье. Не хватает ненависти. А если я туда иду, так точно, что я тут был уже. Погоди. Куда мне надо? Не понял. Стоп, там вот. Туда. Это мощное оружие. Надо пройти, короче, весь этот путь, чтобы дойти до спуска. Слышишь, как они кричат, когда цепи разрывают их плоть? Музыка для моих ушей. Такое ощущение, что ты все это говорила уже. Почти ощущаю у себя на коже твое дыхание. Ожидание. Так приятно щекочет чувства. Слишком мало ненависти.
ничего не выйдет. Это было бы неразумно. Этого нужно больше ненависти. Иду и никак не дойду до него. Кажется, мы дошли. Сердце проклятых. Да, я так этого ждала. Боже, ты можешь больше. Зачем ты причинишь? Ой, вот это сейчас пошло. Я тебя съем. Куда ты дриснула? Ой, кто-то умер. Открылось. Во-первых, замедляющий выстрел. Справедливость восстановлена. Во-вторых, ливень возмездия. Это прикольная вещь. Темная стая. Пока не понимаю, что это. Тут всякая параша, судя по характеристикам.
Фран. Чё? Убить Асмодана в сердце греха. А где он находится? А, вот тут вот. Переместимся, посмотрим. Может быть, мне что-то тут скажут или последние напутствия или последние. У меня есть то, что может тебе пригодиться. Когда я успел это взять? А, нет, это продать. Точнее, купить. Хочу продать. Не знаю, уже 100 лет не выпадало ничего легендарного. А, да, надо, кстати, починить еще. Так, починились. Что еще? Эта крепость строилась для войны с варварами, а не с этими крылатыми гадами. Диалогов никаких нет. Окей. А, да, теперь у меня такой выстрел. Не знаю, может быть это будет. С ним, может быть, будет тяжелее. Вас выдает страх! Вот это прикольно. Опасно. Ненавижу эти лазеры.
Азмодан все никак не хочет драться, видимо. Засел так глубоко, что вообще замучишься до него идти. Времени. Все засрали. Тупить некуда. Это получим, наверное. Что-то. В смысле? Так. Нефалим! Жалкий Нефалим! Я скорю. Когда моя плоть поглотит камень души, семеро станут едины во мне. Я буду единственным во всей преисподней, истинным воплощением зла. Это невозможно. Дерзкий Нефалим. Посмотрим, довольно. Дерзкий Нефалим. Посмотрим, сохранишь ли ты свой довольно. Дерзкий Нефалим. Дерзкий Нефалим. Посмотрим. Сохранишь ли ты довольно? Дерзкий Нефалим. Его заклинило. Посмотрим, сохранишь ли ты свою гордость. Все? Весь получен владыка греха. Дерзкий Нефалим. О! Наконец-то легендарные доспехи. Дерзкий Нефалим. Я и так перегружен. И чё, блин, мне срать? Бери. В зубах неси, блин. Кольчуга. Только она... Не то чтобы такая крутая, но ладно. Как
как дерзкий Нефалем. Я получил. Что бы выкинуть, чтобы прям вот не жалко было. Потом. Вообще элементарный босс просто. Ну, с моими вот этими способностями, вот этой штукой турель, которая просто выносит сама по себе врагов. Это было легко. Мы справились. Быстрее, Лия. Заключи сущность Азмодана в камень души. О таком я не смел даже мечтать. Все воплощения зла заключены в одном камне. Как только мы его уничтожим, вечное противостояние закончится. Уничтожить камень не так просто, как кажется. Сначала надо провести некоторые ритуалы. Мы должны вернуться в бастион и закончить приготовление. Так, как мне выйти отсюда? Чё, перейти пешком? Почему не утопить в этой лаве, как кольцо? Чё, куда идти-то? Вернуться в главную башню. Пешком? Вы что, шутите? Я же дерзкий Нефалем. Где мой телепорт? Ничего нет, может быть, тебе что-то получше надеть. Может быть, это тебе лучше будет, нет? Да? Ну ладно. Как скажешь. Так, кто-то будет со мной базарить? Или потом? Задави меня, Голгор. Говорят, наш герой убил генерала армии демонов. Значит, мы вернемся домой. Мы вернемся домой! Домой! Наверное, ты спрашиваешь себя, где же я беру такие отличные товары? Да, вообще отличные. Ну, думай дальше. Воруешь их, блин, у солдат, небось. Что тут думать-то, блин? Всё. Редкие доспехи нахер не нужны. У меня есть легендарные.
Легендарная кольчуга. Это великая победа! Я знал, что Асмодану ни за что не справится с настоящим героем. Где Адрия, Лия и Тираэн? Они в оружейной бастиона. Должно быть, празднуют победу. Делать мне нечего, праздновать. Тебе тоже стоит присоединиться к ним. Опять какое-то дерьмо получил. Асмодан мертв! Как, черт подери, мы пережили все это. Тусовались тут как, блин. Ничего не делали. Если бы воевали, вы бы не пережили это. Логично. Блин, никто не хочет со мной разговаривать. Ой, что-то тут все кровавое. Погоди, так и было тут все? Что-то не помню, так было вот так вот. Руки, ноги и все такое. Трупы сплошные. Это норма? Я думала, что погибну в тот момент, когда ярость демонов выплеснулась из камня души. Тираэль и мой друг начали сражаться с демонами, а я ничем не могла помочь своим союзникам. Я наблюдала за происходящим, словно сквозь дымку. Что же камень души делает со мной? Асмодан должен умереть. Тогда я, наконец, стану самой собой. Адрия, когда ты решила предать нас? 20 лет назад. Великая и ужасающая сила привлекла меня в Тристран. Но Айден, старший сын Леорика, уничтожил источник этой силы и заключил ее в своей плоти. Темный страх. Я увидела в нем Диабло и поклялась верно служить ему. Теперь его замысел наконец-то будет воплощен. Дорогая Ли, Декарт всегда подозревал, что твоим настоящим отцом был сам Диабло. И теперь, дочь моя, он воплотится в тебе. В смысле, ее отцом был Диабло? То есть вот эта мамаша, она не просто служила Диабло, она с ним спала? Жив. Мое могущество безгранично. Сила 7 воплощений зла принадлежит мне. Я единое зло. Ты хорошо потрудилась, моя верная Адрия. Ступай, пока я не призову тебя снова. Наконец-то мой замысел будет осуществлен, и никто больше не встанет у меня на пути. Небеса будут разрушены. Приз получен, расплата за грехи. Чего? Так, нам надо, видимо, следовать за ними. Хотите перейти к началу следующего акта? Ну, да. У нас есть выбор.
даже в сердце небес ангелы могут чувствовать страх. Тебе не скрыться от меня, за кого бы ты себя не выдавал. Яви свое истинное лицо дьяволу. Адрия нас предала. Она убила собственную дочь. Диабло жил в Лии и ждал момента, когда снова сможет стать единым воплощением зла. Теперь вся мощь преисподней подвластна ему одному. Сами небеса склоняются пред его натиском, ибо ангелы не могут противостоять нахлынувшему на них злу. Лишь я способен на это. Ну, откуда столько уверенности? Небеса, что же мы наделали? Что-что? Ничто. Империй, ты не можешь снова сразиться с Диабло. Твои раны едва затянулись. Небеса пылают. Это твоя вина, Тираэн. И твоя тоже, Нефалем. Чё? Посмотри вниз и узри, что натворил твой род. Аспект доблести во всем винит нас. Тяжело нам придется. Алмазные врата стояли с тех самых пор, как с небес прорезался первый луч света. А теперь они разрушены. Империй прав. Это я во всем виноват. Не слушай его. Диабло планировал все это с самого начала. Здесь нет твоей вины. Давным-давно ангелы хотели определить судьбу человечества.
Мой голос решил все в вашу пользу. Вы остались жить. А теперь люди породили единое воплощение зла. Нет, нас предали. И нам придется все исправить. Мы должны сражаться. Разве не для того ты выбрал судьбу смертного? Если ты не присоединишься ко мне, я пойду один. Ты не понимаешь. Голос надежды больше не звучит. Поистину темные времена. Все потеряно. Диабло слишком силен. До сих пор владыки преисподней бесконечно ссорились и сражались друг с другом. Только это мешало им победить. Теперь же все воплощения зла объединились в Диабло. И небеса содрогаются от одного звука его шагов. Единое воплощение зла. Не могу поверить, что это случилось. Адрия обвела нас всех вокруг пальца. Влияние Диабло сильно изменило ее. Думаю, мы с ней еще встретимся. Как я не догадался, что отцом Лии был странник? Как я мог не почувствовать в ней присутствие Диабло? Я тоже не смогла. Это так печально. Адрия нас всех обманула. Она принесла собственную дочь в жертву ради того, чтобы воскресить Диабло. Я никогда не смогу забыть ее предательство. Бедная Лия. Мое сердце обливается кровью при мысли о том, какая участь постигла ее душу. Как и мое. Но скорбеть о ней мы будем потом. А сейчас мы должны заняться владыкой ужаса. Давай займемся. Взгляни на разрушения, которые я посеял. Я буду последним, что ты увидишь. Искату уничтожить Нефалема. Я тебя не боюсь, Нефалем. В этом вечном царстве ты найдешь только свою смерть. Ты босс? Или опять какой-то хер какой-то? Хватает ненависти. Который будет что-то там подванивать. Потом мы его вынесем за полминуты. Куда ты делся? Еще не время. Да самое время, по-моему. Иди сюда. Армия в
секундой, которую ты теряешь, моя победа становится все ближе. Так что поделать? Здорово. Я Итераэль, архангел судьбы. Я записываю все, что случилось и должно случиться в свиток судьбы. Но тебя, Нефалем, нет в этом свитке. Твоя судьба не была написана. Глупо будет этим не воспользоваться. Ты поможешь мне? Да, или напиши, что я всех победил. Или будешь смотреть, как небеса тонут во мраке? Возможно, судьбу можно изменить. Тогда быстрее. Ауриэль, Архангела Надежды, схватил Раканот, владыка отчаяния. Я освобожу ее. Тогда в ангелах вновь затеплится надежда. Какой там рак? О. Чего вы стоите-то? Беспомощно. Слишком мало ненависти. Полно ненависти. Что это такое? Все увеличено, у меня все удлинилось, можно сказать. Все стало больше и толще. Всему я пока не могу здесь пройти. Пока? Когда сможешь. Что-то это выпало. В Ангирский совет входят 5 архангелов, правящих небесами. Они определяют законы, которым должны следовать все ангелы. Каждый архангел воплощает собой один из аспектов мироздания. Доблесть, справедливость, надежду, судьбу и мудрость. Теперь свободен. Пусть покоится в мире. От этих тварей странная магия. Так, кто-то уже посложнее. Что я там подобрал?
А, блин, у меня уже есть такой легендарный. Ну, это, конечно, лучше. Оплечье, поддержание. О. Башню? Серьезно? Башню Бастиона? Я могу перемещаться. Прятаться за этими неприступными стенами? Самый, о, тут можно теперь побеседовать. Удар нанесла нам та, кому мы доверяли, как самим себе. Я, конечно, ожидал поражения, но не думал, что все случится вот так. Окей. Продолжим с этого места, с этого момента в следующий раз. Вы победили Азмодана, теперь четвертый акт. Ну, кстати, их пять, так что это не последний. Ну, пятый он такой уже, DLC-шный вроде как. Типа, какое-то ответвление истории. Так что Диабло, видимо, победим в четвертом. Ну, в общем, продолжим с этого момента. В следующий раз поболтаем с этими персонажами. И пойдем дальше. Спасибо за просмотр. Включайте следующее видео. Пока.